Установка и замена силовых жгутов на тренажере Slalom Sport. Берем жгуты по 1,1 метра, 110 сантиметров, и устанавливаем их в следующей последовательности. Крючки должны находиться снизу. Один. Второй. Третий. Все, три жгута на каждую сторону. Три жгута на этот комплект роликов. И следующие три жгута ставим на этот комплект роликов. Ну, естественно, замена жгутов производится в обратном порядке. Если жгуты во время тренировки просядут, ну, что является неизбежным процессом вытягивания резины, то можно будет подтянуть его вот этими натяжными устройствами. Сейчас тренажер качается, это сделать очень сложно. Вот таким вот образом. То есть это можно делать и с этой стороны тренажера, и с той стороны. Если усилия вам окажется недостаточно, можете поставить дополнительные жгуты. Делается это следующим образом. Жгут запускается сюда. И вставляется вот в это отверстие. Также обратный конец жгута. Вот, жгут зафиксирован. Берем следующий. Заводим его внутрь. Цепляем, подтягиваем, зацепляем еще раз. Все, вот у вас появился комплект из 5 жгутов. Из 5 жгутов. Что должно значительно увеличить нагрузку. Стоп. Жгуты на вторую сторону. Заводим жгут. Устанавливаем его в дополнительное отверстие. Протягиваем. Ставим его на свое место в ручей. И зацепляем. Таким же образом снова устанавливаем еще один жгут. Все, тренажер с полным комплектом жгутов готов к работе.